мы в Андорре. Ждем встречи с нашим местным локальным гидом. И пока гуляем. Как оказалось, в Андорре два правителя, французы и испанцы. Это Макрон. И какой-то епископ. Это что-то вроде парка. Андорра маленькая страна, в Андорре мало людей в каждом городе. По-моему, что-то сегодня говорили, порядка 100 тысяч, наверное, на всю страну. Могу ошибаться. Но Андорра богатая страна. И более того, веселая. Здесь много туризма, много развлечений, связанных с горками, с горами. Да и в принципе, все, что есть в обычных городах. Какие-то бары, кафе, шопинг. Ну что я могу сказать? Красота неописуемая. Среди гор, в долине, так сказать, находится много шопинга. Подспевает новое здание, монолитный кирпичный. Я был там. Ага. Как мне теперь интересно вернуться, блять. Походу никак. Если это на Ютубе окажется, в топах на Ютубе окажется. Thank you.
Ветер рисует узоры по снегу. Вот этот, видишь? Да. Good. Скажи что-нибудь по-испански, sí, Кать. What's your name? What? Which name? This is Free Ride Zone. Free Ride Zone? Yes. Without name? Creusans. Creusans? Creusans. Nice. And there is a little slope, but the slope is less important. Кать, скажи что-нибудь по-французски. Ой. Катя, скажи что-нибудь по-испански. Что значит? Что, например? А, ну, что-нибудь позитивное.
я, это мой сноуборд. Это Аркалис. Это да, я прыгнул, ёпта. Я вот думал, а где еще есть официальная зона для фрирайдов? Был муниципальной станцией, правительственной, и относился к муниципалитету Ордино. И я вамос. И всегда, каждый год были денежные потери. Невыгодная была станция. И вот в том году местный один богач решил вложиться сюда, вложить денег. И купил 51% акций. Нормально. Теперь. Ну а изначально ты говоришь, это было типа какое-то пристанище хиппи, да? Ну да. То есть здесь это была самая дешевая станция всегда. Скипасы самые дешевые здесь были. В барах было все дешево. И в этом году подорожало. Раньше пиво стоило 2 евро, а сейчас 4. Подожди, а то есть получается, они что, построили только гондолу? Ну они построили гондолу вот эту, да. И кемаса еще вела домат. И поменяли эту одежду инструкторам. И все? С красной на синюю. Четко. Не густо. Понятно. Я не знаю, хотят автобусы сюда пустить, больше автобусов, но пока не видно. Место нормально? Но сюда всегда местные едут кататься. Туристы едут на Грамбалиру, сюда едут местные. Потому что, конечно, если машины нету, сюда добраться сложновато. Ну, люди приезжают на отдых, они арендуют, как бы. Ну, арендуют, да. Ну, если сейчас нормально, потому что сейчас вон солнце светит, снега две недели не было. Но когда упадает снег, и вот по вот этим всем, по серпантину, по снегу,